Прямое авиасообщение между Сочи и Ригой, по мнению экспертов, плодотворно скажется на турпотоке обоих курортов. Главная задача сегодня – разработать полный информационный пакет, который заинтересует туристов обеих сторон. Стремительное развитие Сочи после Олимпиады, безусловно, привлекает внимание к нему людей всей Земли, всего мира. Мы это с вами знаем прекрасно. И вот сегодняшний город – яркий, красивый, доброжелательный. И теплая, добрая, старая Рига в добрых, хороших человеческих традициях не могут быть не вместе. Прибалтийская сторона готова предоставить российским туристам лучшие маршруты путешествий. От исторических памятников, средневековой архитектуры и уникальных природных уголков до изысков гастрономического туризма. У нас появился мост, у нас появился воздушный мост теперь. И задача этого мероприятия, чтобы этот мост стал шире, надежнее и долговечнее. Поэтому мы прилетели к вам, чтобы Сочи и Рига стали дальше развиваться как города туристических направлений, как города взаимовыгодные, как города нужные друг другу и близкие друг другу по духу. Этот проект пока только набирает обороты, однако воздушное сообщение между Сочи и Ригой отныне будет осуществляться на регулярной основе два раза в неделю.